Мур, привет, друг, это Зверько. В игре ожидается второй нерф пассивки посоха молний, то есть его урон, зависящий от маны. Но не говорят конкретно насколько. Давай посмотрим и сравним урон. Я возьму Эйдору с эмблемой воина. Это сохранит ее урон вне зависимости от эмблем. Давай сначала посмотрим наш базовый сервер. Разделение будет такое. Посох молний, он же с часами судьбы без стаков, с часами судьбы 10 стаков, и соберем фулл часы судьбы. На экране урон от пассивки посоха, где первые цифры – это урон по лейле первого уровня, а после знака дроби – по зелонгу со 100 единицами защиты. Теперь сделаем то же самое на тестовом сервере и сравним. На мой взгляд, нерф забирает не очень-то и много урона, так что беспокоиться не о чем. Скоро покажу особенности срабатывания некоторых предметов на Маше с ее тремя полосками ХП. А чтобы не пропустить, подписывайся на канал и ставь свою чудесную лапку. Удачи, друг!